Пример безалаберного отношения коммунальщиков к своей работе прямо сейчас. В эфире «Дежурный по городу». Здравствуйте. Улица Сергея Лозо, 42. Уже месяц в пятиэтажке отсутствует горячее водоснабжение. Аварию, которая и стала причиной неудобств жителей, коммунальщики почему-то устранить никак не могут. 22 мая у нас отключили воду горячую, об этом не известив. На доме не было ни объявлений, ничего. Обещали включить для профилактики, как бы сказали, обещали включить нам 26 мая. 26 мая повесили объявление, опять же, не на нашем доме, а в том районе у нас, на Коптевской, в тех домах, что включат 6-го. 6-го не включили, сказали 13-го. 13-го дали в том районе воду, дали у нас на Коптевской, на Кузнецово. Я позвонил, нам сказали, 15-го дадут, 15-го нам не дали. Ну, в общем, и АВОС ныне там, у нас тогда до сих пор воды нету горячей. Мы один единственный здесь дом в этом районе, который питается горячей водой, остальные все хрущевки с колонками, да. А мы вот без воды сидим и никуда не стучались, они нам все говорят, что... Сутеку я позвонила, мне сказали, что у нас нет труб для вас. Ну как это так, нет труб? Мы платим за капремонт, мы платим за содержание жилья, за квартиру, за все. И для нас нет труб. Я уже не знаю, куда даже вот стучаться еще. Они раскопали все, и все. И там никого рабочих нет, сколько мы не ходили, они огородили все. И ничего нет у нас, и ни воды, ни рабочих. И не знаем, что делать уже. В нашем доме 80 квартир, люди сидят все без воды. Неудобство. Как с кастрюльками вот ходим. С ковшиками кастрюльки греем постоянно. Но это же тоже не дело. Ладно, мы взрослые люди, а есть дети маленькие в доме. Не знаем уже, что делать. Просто не знаем. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.